Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. О Господь миров, милость которого безгранична. Архам Рахимин, никто не сравним с Твоей милостью. И Архам Рахимин. Прими от нас все то хорошее, что мы сделали за Рамадан. И пост, и наши молитвы, и наши дуа. Приумножь это в соответствии с Твоей щедростью, милостью, я Рабб аль-Алямин. Благослови каждого из нас воспитывать своих детей и потомков именно, праведно, правильно, заложи в них веру, чтобы она постоянно подталкивала их к правильности, праведности, благочестию, созиданию. Каждого из нас, верующих людей, я Рабб аль-Алямин, наставь в этой жизни так, чтобы от нас исходило только хорошее для близких, для родных, для чужих, чтобы мы становились примером веры и благочестия. Ведь мы себя называем мусульманами, читаем Коран, читаем величественные хадисы. Я Рабб аль-Алямин, пусть эта красота смыслов Корана и хадисов станет частью нашей жизни, частью нашего образа жизни, чтобы мы эту красоту, созидание, счастье могли передать нашим детям через веру, через смыслы Корана и хадисов. Я Рабб аль-Алямин, Ты управляешь, Анта маликуль мулюк, Ты управляешь всем и вся. Но от нас зависит наш выбор в молитвах, в делах, в словах. Я Раббана, Господь миров, времена в мире очень непростые. Очень много кровожадности, лжи, где-то воинственности, где-то подлости. Всего самого разного очень много. Помоги нам, Я Рабб аль-Алямин, чтобы все эти конфликты как можно быстрее разрешались мирным путем. Чтобы люди шли друг другу навстречу, друг другу помогали. Чтобы зло, оно было уничтожено, уходило в никуда. А добра, доброты, веры, благочестия, воспитанности, чтобы было все больше и больше. Чтобы каждый из нас вносил свой вклад в этот процесс созидания. Я Рабб аль-Алямин. И уходя из этой жизни, Я Рахам Рахмин, у каждого из нас срок закончится. Но чтобы наши души были спокойны Твоей милостью, Твоей щедростью, что мы все, что могли хорошее в этой жизни, сделали. Нашим детям хорошее, в первую очередь, веру оставили. Все это, что после нас хорошее, продолжилось. Но при этом, чтобы мы были одарованы, Я Рабб аль-Алямин, Твоей милостью, щедростью и в загробном мире, и в судный день. Не мучиться, а наоборот, испытывать блаженство райской обители. И по Твоей милости нашим матерям, отцам и дедушкам, бабушкам, нашим предкам, нашим детям и нашим потомкам дай Твоей божественной милостью, Твоим божественным повелением будь, дай возможность, не испытывая на своих телах мучения ада, напрямую войти, являясь одними из уммы Мухаммада, алейхиссалату вассалям, напрямую войти в райскую обитель вечности. Раббана атина фи дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар, ва салли Аллахумма аля сайдина Мухаммад, ва альхамду лиллахи раббил аламин.